Дикие скричеры. Еда подвела. Ну, приступим. Как же вкусно. Ринго, ты не будешь? Не приставай! Я поем, когда доделаю домашку. Что? Ты отказываешься от еды? Ринго, что-то случилось? Ты заболел? Говори! Какая разница, ест он или нет? Дело в том, что обычно Ринго ест постоянно. Я видел, как он съел 3 обеда. Он поставил 3 тарелки в ряд и съел их всех. Ксандер, голова кружится. Хватит меня трясти. Я просто хочу закончить домашку. Это единственный способ. Без такой мотивации я не смогу работать. Ах, вот как. Молодец, я тобой горжусь. Продолжай в том же духе. Итак, если сложить 2 и 3... Это тоже очень вкусно. 3 плюс 4 равно... Это очень остро. 4 плюс 5 равно... Надо добавить соуса. 6 плюс 5... Ксандер, ты слишком громко ешь! Нельзя ли потише, а? Извини, просто все такое вкусное. Я так больше не могу! Все, ты виноват! Просто идеально! Эй, я же оставил его на потом! Такие сэндвичи делают только в кафе воздушной арены! Я целый час стоял в очереди! Ринго, так нечестно! Эй, это же просто сэндвич! И вообще, это все из-за того, что ты так шумно их ел, понял? Но! Ты когда-нибудь встречал таких злых братьев? Он съел мой сэндвич! Это тебе не шутки! Эй, Ноа, что-то случилось? Ринго! Ксандер! Я отвратительный гонщик! Я думаю, что я... Эй! Ноа! Что произошло, Ноа? Вчера у меня был скричер баттл, и я проиграл. И после матча мой противник забрал у меня мой диск усиления. Что? Давай, Спаркбак, надо ехать как можно быстрее, и тогда мы победим! Что? Что? Спаркбак потерял свой диск усиления! Этого не может быть! Вот так вот. Кошмар! Без диска усиления не использовать сверхспособность! Нет, все гораздо хуже. Без своего диска усиления он не сможет участвовать в турнире. Хочешь сказать... Да, раз у Ноа нет диска усиления, он не сможет дальше сражаться. Но скажи, Ноа, с кем же это ты сражался? Это был... Это что, Ноа, который мне вчера проиграл? И смотри, кто с ним. Если я не ошибаюсь, это Ксандер и Ринго. Да, точно. Это он! Это он украл у меня мой скричер-диск! Украл? Я его не крал. Я выиграл его в битве. Я не виноват, что ты слаб, знаешь ли. Откуда ты знаешь, как нас зовут? Мы знаем обо всем, что происходит на воздушной арене. Мы слышали, как люди о вас говорят.
и узнали вас по описанию. Это было несложно. И снова ты прав. А, значит, вы Нелла и Найджел. Ксандер, ты их знаешь? Да, они довольно известные гонщики второго класса. Они еще не проигрывали новичкам в этом турнире. Они сильные гонщики. И мы будем сражаться с ними завтра. Хм, именно так, Ксандер. Что? Вам тоже придется с ними сражаться? Что ж, думаю, это будет интересный вызов. Приготовьтесь, потому что мы первые новички, которые вас одолеют. О, хорошо. Тогда, если завтра вы выиграете, я верну вам диск усиления Ноа. Что, правда? Конечно, но мы и так знаем, кто завтра победит. Это будем мы с Найджелом. Верно говоришь, Нео. Вы должны их победить! Мы победим! Правда? Но чтобы мне хватило энергии на завтрашний матч, мне нужна еда и много еды. Мы обязаны победить! Давайте мне все, что у вас есть, скорее! А мне тоже нужно побольше поесть, чтобы были силы за вас поболеть. Приступим! Эй, это моя куриная ножка! А ну не трожь мой сэндвич! Ура! Опа! Уверен, я смогу съесть гораздо больше, чем вы. Ты ни за что не побьешь меня в состязании, недокоп! Никогда! Мечтайте, вам до меня далеко! При любом состязании появляюсь я, диджей Скрич! Это серьезная битва голодных гонщиков! Я вам покажу! Я все это съем! Вам меня никогда не одолеть! Вы только посмотрите на них! По ним сразу видно, что эти гонщики собираются победить! Я за них беспокоюсь! Может, нам стоит их остановить? Я ничего не могу поделать. Добро пожаловать, леди и джентльмены! Сейчас вас ждет самый захватывающий матч дня! На одной стороне у нас многообещающая команда из двух братьев Ксандера и Ринго! А на другой стороне команда, которую пока никто еще не побеждал, Нео и Найджел! Сегодня матч проходит на знаменитой арене шестиугольников! Правила просты! Гонщики запустят своих скричеров, и победит та команда, чьи скричеры вытеснят противников с арены. Но это не все. Следите за линией, которая разделяет арену. В ней есть кое-что особенное. Ясно. Это командная битва. Лучшая стратегия сейчас — это работать вместе и победить. Ты как, готов, Ринго? Ринго! Ну что? Готовы, гонщики? Мы справимся. Да! Найджел, ты знаешь, что делать, так? Да, знаю, Нео. Ринго, все хорошо? 3, 2, 1! Дикие скричеры, вперед! Дикие скричеры! Дикие скричеры! Трое гонщиков уже запустили своих скричеров. Но похоже, что Ринго не торопится вступать в бой. Возможно, это новая стратегия наших братьев-гонщиков. Ринго, что случилось? Ринго! Ринго! Но! Что-то случилось с Ринго! Ринго, все в порядке! Ха, это будет просто. Да, Нео, будет просто. Что?
Тирекер на полной скорости направляется к другой стороне арены, где борются Рэтлкэт и Крокшок. Что он делает? О, нет! Три Скричера надеются первыми заполучить Скричер-диск! Вот и вся! Какая наивность! Что? Кувырок! Трансформация! Файкстрим! Вот как! Стратегия Нео и Найджела гениальна! Похоже, Крокшок не давал Рэтлкэту подступиться, чтобы Спайт Скрип мог трансформироваться! О нет! Двое на одного! Это плохо! Ринго! Эй, Ринго! В чем дело? Ринго, что случилось? Я слишком много съел, у меня очень болит живот! Что? Но ты никогда в жизни не бывал сытым! Эй, что это ты задумал? Кувырок! Трансформация! Крокшок! О, нет! Рэтлкэт! Железная решетка опускается! И разделяет арену на две половины. Вот что обозначает линия, на которую я обратил ваше внимание. Это просто ужасно! Ринго, ты должен сражаться! Я не проиграю за жалкой боли! Слишком поздно. Что теперь? Ха, мы их разделили. Все идет точно по плану. Разберись с пантерой. Как скажешь, Нео. Это не битва. Дайте мне трансформироваться. О, нет! Рэтлкэт в опасности! Я знаю! Получайте! Давай, Рэтлкэт! Это твой шанс! Уезжай оттуда! Так точно! Эй! Куда он делся? Вот он! Кувырок! Трансформация! Рэтлкэт! Невероятно! С помощью Тирекера Рэтлкэт сумел трансформироваться! Тебя не победить! Какой ужас! Добром это не кончится! И если ты меня не отпустишь, тоже будет нехорошо! Ты куда? Не выйдет! Бесполезный Скричер! Я должен к нему пробраться. Знаю, я объеду решетку. Не забывай, если выйдешь за границы арены, проиграешь. А что ж ты сразу не сказал? Извини, вылетело из головы. Надо что-то делать. Рэтлкэт, в ближнем бою их не победить. Держи дистанцию. И то верно. Как вам такое? Ха, этого я и ожидал. Вперед! Кувырок! Трансформация! Крокшок! Болотная ловушка! Что происходит? Болотная ловушка. Сверхспособность Крокшока останавливает противника. О, какая прелесть! Надолго меня этим не удержишь! Крокшок и Спайкстрим показали мощную атаку. Похоже, Рэтлкэт выбит из игры. О нет, Рэтлкэт.
Ксандр сражается в одиночку, в то время как Ринго не движется с места. Что же он будет делать? Ринго, сделай что-нибудь, а то мы проиграем. Я не могу. Я не могу. Да, Ринго и Ксандру хорошо бы что-то придумать. И поскорее. Что с ним такое? Я не знаю, он сидит на месте. Что происходит? Он держится за живот. Думаю, у него болит живот, но... Что? Живот? Похоже, что у Ринго разболелся живот. Я знаю, что делать. Ринго, просто нужно принять таблетку. Прошу. Мне стало лучше! Ринго снова в деле! О, да! О, похоже, Ринго готов вернуться на поле боя! Ты вернулся! Да! Простите, что напугал вас! Тирекер, приготовься! Сейчас им мало не покажется! Отлично! Давай, Рэтл Гэн! Тирекер, лови диск усиления! Понял! Кувырок! Трансформация! Тирекер! Тиранудар! О, нет, Рэтл Кэт. Бедняжка Рэтл Кэт, вот не повезло. Ксандр, я здесь, я тебе помогу. Тирекер, задай им трёпку. Конечно. Получай. Что? Давай, ломай её. Ты это видел? Какой сильный скричер! Да, он силен! Мы справимся! Мы победим! Ты в порядке? Да. Обратно в машины! Мы сможем! Мы их победим! И бросок! Кувырок! Трансформация! Обе команды атакуют в полную силу. Кто же из них добьется победы? Ты сможешь? Тирекер, мы почти у цели! О, нет! Я не знаю, что теперь делать! Ха! Ведь они именно это ожидают от нас услышать. Так их, Нео! Это невозможно! Это что, шутка, что ли? Вот и закончился сегодняшний матч. Нео и Найджел отбросили своих соперников за пределы арены. Они победили! А, как же так вышло? Хм. Это скричер-диски второго уровня. Они делают скричеров еще сильнее. Неудивительно, что они победили. Диски второго уровня? Это нечестно! Я так не могу! Значит, мне не вернуть мой диск улучшения, и я не смогу участвовать в состязаниях. Эх, вот и все. Прощай, турнир. Можешь забрать обратно. Если ты так легко сдаешься, твой диск мне ни к чему, он бесполезен, ясно? Так его, Нео. Не могу поверить! Не смейте нас недооценивать! Не зазнавайтесь, в следующий раз мы победим! Удачи! Не могу поверить, ненавижу это чувство! Они вели себя некрасиво. В следующий раз им не поздоровится. Дикие скричеры. Семья Богомола. Девять тысяч девятьсот девяносто шесть.
9997 9998 9999 10 тысяч! Алекс, уже поздно. Тебе нужно отдохнуть. Нет, я не могу отдыхать, пока не стану сильнее. Вот так! Будь я в команде, мне могло просто не повезти. Но это был матч один на один. Ничья мне не подходит. Я должен побеждать каждый раз! 10 001. 10 002. 10 003. Молодец, ставь держать. 10 004. Алекс, тебе пришло письмо. А? Мне? От кого это? Это же... это очень плохо! Спасибо большое. Эй, как вы себя чувствуете? Джейхок? Ривадактиль? Бывало и лучше, если честно. Спать хочется. Понятно. Вас неплохо потрепало. Не волнуйся, Ксандер. Ведь теперь у тебя есть Рэтлкэт и Тирекер. Да! Мы поможем вам побеждать в скричер-баттлах! Ха, но это не значит, что ты мой напарник. Да, я все понимаю. Иду! Ксандер! Я тебя знаю... Ну-ну! Уже много времени прошло. Вот как... Эй, думай, что делаешь! Стой! Ты кто такой? А? Вы что, правда не помните, кто я такой? Меня зовут... А, ты же Ален! Нет, меня зовут не Ален! Меня зовут... Постой, я вспомнил, точно, ты Адам! Нет! Что за глупости? Я не Адам! Вы не могли забыть моего имени! А, я знаю! Тебя зовут Элис! Нет, только не это имя! Выберите любое другое! А что не так с этим именем? Что ты так завелся, а? Ну все, Ринго, хватит шутить. Мы его прекрасно помним. Это гонщик, с которым мы сражались. Он... Так как тебя зовут? За что? За что? Успокойся, вы так со мной? Алекс. Ах, да, точно, его зовут Алекс. А, так ты его помнишь, верно? Да. Ну ладно, а что у тебя случилось? А, да, я... Извините, я слишком бурно отреагировал. Да, все правильно. Меня зовут Алекс, и я мастер стиля богомола. На твоем месте я бы так не делал. Выглядит глупо. О, послушай, Ксандер, не окажешь ли ты мне одну услугу? Услугу? Ты же помнишь, что наш матч закончился в ничью. Так вот, я хотел спросить у тебя, не согласитесь ли вы с Джейхоком на матч-реванш? Еще один матч, но я... Мне очень жаль, но я ранен. Я не могу сражаться. Что? Нет, нет! Что ты так расстраиваешься? Спокойно. Это катастрофа! Если мы не можем сразиться, и я не могу выиграть матч-реванш... Тогда у Алекса будут большие проблемы. Ну, раз для тебя это настолько важно, Рэтлкэт может помочь. Честно? Ну, я даже не знаю. Пожалуйста, Рэтлкэт, мне очень нужно. Ксандер, я не обязан. Мы же с тобой не напарники. Да, ты говорил. И вообще,
Не думаю, что он достаточно силен, чтобы со мной тягаться. Что ты сказал? Неважно, у меня нет выбора, мне нужен этот матч. Ну что ж, тогда вам придется доказать мне, что вы умелые скритчер-гонщики. А? Ты хочешь нас проверить? Именно. Мы можем провести тест прямо сейчас, на тренировочном поле. И если вы докажете, что достойны, я соглашусь участвовать в матче-реванше. О! Ого, Рэтлкэт, а ты скромник, я тебе скажу. Такой уж у него характер. А что это? Мне не кажется... Ого, круто! Ух ты! Ого, так ты эту трассу имел в виду? Угу. Эта трасса проверяет бросок. Тест проверяет, насколько точно и метко гонщик бросает скритчера в начале матча. Тут так сказано. Ха! Такие тренировки у меня вместо завтрака. Это будет просто. А? Но, Алекс, мы уже позавтракали. Но тогда это будет мне на обед. Ты сегодня просто в ударе, Алекс. Эй, Ксандер, ты готов к тесту? Да, думаю, готов. Постарайтесь целиться как следует. Иначе я застряну в одном из этих тоннелей. Ясно, я не промахнусь. Выглядит это здорово. Хочешь попробовать, Ти-рекер? Давай! Дикие скричеры! Дикие скричеры! Рэтлкэт! Что случилось? Это все? Да вы просто любители! Смотрите! Хо! Что за... Я владел этим броском после долгих, мучительных тренировок. И Рэтлкэт думает, я не могу с ним сражаться. Теперь я вспомнил. Перед броском он выпендривается. Эй, Алекс, долго нам ждать твоего броска? Сейчас я его брошу. Вперед! Ха! Богомол! А? Приближаюсь к скричер-диску. Кувырок, трансформация, гейт-крипер! Как вам это? Никак, мне все равно! Тебе просто повезло. О чем это ты? Удача тут ни при чем. Это результат долгих тренировок. Ксандер, твой бросок был отвратителен. О. Если ты не можешь направить меня на такой легкой трассе, что будет на состязаниях? Да какая разница? Давайте уже начинать! Почему ты так торопишься с ним сразиться? А, это потому что... Алекс, они близко. Я знаю. Дело в том, что они уже здесь. Надо начинать биться, пока не поздно. Они? Что за они? А? А? Они уже здесь. Делать нечего. О, что-то приближается. Сын. Вот и мой сын. Она сказала, мой сын. Получается, это его? Мама, здравствуй. Мама? Это огромная дама, мама Алекса? Позвольте, я вас представлю. Это моя мама Элис. А это мой папа Энди. Так это твоя мама? А это твой папа? Да, что?
Просто обычно... Обычно папа бывает больше мамы. Ринго, не груби им. Знаешь, мальчик, а ты храбрый, раз решился так сказать. Мне это нравится. Больно! Если присмотреться, в природе много таких отношений. Например, у богомолов. Да, и правда. Но ведь богомола... съедает самка богомола. Не надо обо мне волноваться. Я мастер боевых искусств. Я могу за себя постоять. Ах, вот как? Не хочешь ли ты проверить эту теорию, а? Мне нужно еще много тренироваться. Да, это так. Думаю, ты готов. В моем последнем письме я написала: мы приехали, чтобы посмотреть, как ты выигрываешь свои матчи. Выигрывает? Именно. Его битва с тобой закончилась в ничью, а этого недостаточно. Если я не увижу серьезного продвижения, я заберу его домой для усиленных тренировок. Разве эта стена не сделана из стали? Я не могу вернуться домой к родителям, это будет просто позор. Мама, я все это время усердно тренировался, а ничья вышла, потому что ему просто повезло, только и всего. Но если не веришь, можешь посмотреть нашу битву. Ясно, я тебя поняла. Так ты согласен на матч-реванш, да? В смысле, прямо сейчас? Мне это нравится. Ладно, согласен. Добрый день, леди, джентльмены и дети всех возрастов. Надеюсь, вы готовы? Ведь сейчас начнется матч. Сегодня в Скричер Баттле участвуют новички мира скричеров. Это Ксандер со скричером Рэтлкэт и мастер богомол Алекс со скричером Гейткрипер. Мы раз и навсегда определим, кто из них лучший гонщик. Если вы помните, их последний матч закончился ничьей, и они согласились на матч-реванш. Ты раньше видел эту арену? Эта трасса кажется обычной, но полна опасностей и препятствий. Будет нелегко добраться до скритчер-диска. Гейткрипер, ты готов? Да. Ксандер, ты должен победить! Сегодня правила немного необычны. Вы не можете трансформировать своего скричера, пока он не доберется до одного из скричер-дисков на арене. Да начнется битва! Дикие скричеры! Дикие скричеры! Дикие скричеры! Удар богомола! А ты думал, я буду тянуть дальше, да? На этот раз все серьезно. Он настроен серьезно. Оба скричера приземлились одновременно. Думаешь, ты быстрее меня? Отлично, так держать, Рэтлкэт. Новый скричер Ксандера несется по трассе со скоростью света, а Гейткрипер еле за ним успевает. Похоже, что Рэтлкэт впереди. Победа моя! Да, отлично! Гейткрипер, начинаем! Работы! Подождите! Гейткрипер остановился, чтобы использовать свое оружие! Ракета! Рэтлкэт, ты справишься! Избавься от них! Направляюсь к диску! Давай, Рэтлкэт! Невероятно! Оба скричера удерживают противника от трансформации. Ху-ху! Обстановочка накаляется. Гейткрипер отлично справляется. А ты ничего. Да, ты тоже. Здорово. На этот раз я буду победителем. Правильно.
Мы тренируемся, чтобы стать лучшими. Мы должны были победить тогда, но ничью я не согласен. Вперед! Будем биться изо всех сил! Ты прав, Гейткрипер. Вместе мы точно победим! Можешь попытаться. Я не проиграю. Поехали! Кувырок, трансформация, Гейткрипер! Кувырок, трансформация, Рэтлкэт! Оба Скричера трансформировались одновременно, и теперь они начали битву! Вот это я понимаю, матч-реванш! Да, так его! Давай, Рэтлкэт! Это все началось, когда я тренировался с моими родителями. Я тренировался каждый день с самого детства. Каждый день и каждую ночь, несмотря ни на что. Со временем я стал сильнее и отправился в путь в одиночку. Мама, папа, дальше я пойду один. Спасибо за ваши уроки. На моем пути я был очень одинок, пока я не встретил Гейткрипера, Скричера, которому суждено было стать моим партнером. Я начал сомневаться, помогут ли мои долгие годы тренировок в настоящих сражениях. Но теперь, когда я столького добился, я знаю, что мой труд был оправдан. Ксандер, я продолжу тренироваться, пока не стану сильнее тебя. Пока я не стану сильнее всех. Алекс. Отлично, не сдавайся! Вот это мой мальчик. А? В моей родной деревне говорят так. Все, что с нами происходит, готовит нас к будущему. И эта подготовка может пригодиться вам в любой момент. Например, во время гонки диких скричеров. Ты права. Мама, ты хотела, чтобы я осознал секрет силы Богомола? И я осознал! Гейткрипер, давай! Ты сможешь! Удар Богомола! Ого! Это неожиданно! Мы его одолеем! Дикие скричеры! А теперь вперед! Бросок Богомола! Что? Скричеры вот-вот используют свои сверхспособности! Атака с воздуха! Кто же станет победителем на этот раз? Давайте узнаем! Согласно Скричер-компьютеру, победителем стал Гейткрипер! Хоть ты и победил, это не повод расслабляться. Продолжай тренировки. И обязательно цени своих друзей. Друзей? Ты тренировался с самого детства, но тренировать нужно не только тело. Но и сердце, и разум. С этим тебе помогут верные друзья. Верные друзья. Позаботьтесь об Алексе, хорошо? Ладно. Гейткрипер, и ты тоже. Конечно. А вы можете приходить в гости, если захотите тренироваться. Спасибо, но мне и так хорошо. Отличная мысль. Ксандер, ты должен тренироваться каждый день, если хочешь стать моим напарником. А? Мама, папа, до свидания. До свидания. Да, это странно. Интересно, куда они? Вот эта семейка. Тренироваться. Точно. Главное – тренироваться. Дикие скричеры.
воспоминания. Джейхок! Джейхок! Джейхок, ты прости меня, я не справился. Ура! Ты наконец проснулся. Эй, ты как? Я слышал, ты кричал во сне. Правда? Мы тебя починим, но это займет целую ночь. Это не страшно? Да, конечно. Повреждений больше, чем мы думали. Скоро ты будешь как новенький. Нам надо помогать, а не спать. Да, это в чем-то наша вина, что их так потрепали. Кто ты такая? Что ты тут делаешь? Что ты делаешь? Прекрати! Хватит, ребята, мы знакомы. Ты меня напугала! Это вы меня напугали! Я-то думаю, кто к нам пришел? А это просто Энн. Что ты тут делаешь так рано? А? Полдень уже прошел. Я пришла навестить вас. Мой визит должен быть честью для вас. Да, большая честь. Что ты тут делаешь, а? Пришла за нас поболеть, что ли? Конечно же! Я соревнуюсь в скритчер-турнире. Правда? Так значит, у тебя есть диск улучшения? Оу, потрясающе! Что? Откуда он взялся? Я нашла его на земле. Шучу, выиграла в битве, конечно. Ты его у кого-то украла, да? Вы уже видели расписание битв на сегодня? Еще нет, мы работали. Мы всю ночь ремонтировали Джейхока и Реводактиля. Но вы готовы к сегодняшнему матчу? Что? Уже сегодня? Да, ваших соперников уже утвердили. Влад и Тамала? Серьезно, опять с ними сражаться? Не стоит их недооценивать. Я слышала, у них появились скричер-диски высшего уровня. Что? Диски высшего уровня? Да! Грозовой диск второго уровня! Вперед! Ледяной диск второго уровня. Лови! Ковырок! Трансформация! Найтмер! Стив, сражайся изо всех сил, ясно? Ясно, понял. Ну что, Monkey Ranch, поехали! Вот это было неплохо. Отлично, твоя очередь, Найтвивер. Так вот, что дает скричер-диск высокого уровня. Да, непреодолимую силу. Потрясающе! Не верится, что они победили Манки Рэнча. Он же такой сильный. Нам не о чем волноваться. У нас есть Тирекер и Рэтлкэт. С ними мы любого победим. Ну, я на это надеюсь. Рэтлкэт и Тирекер молодцы. Но у нас нет их дисков улучшения, так что они не смогут показать всю свою силу. Да, наверное. Кто-то уже здесь! Ты кто такой? Я смотрел ваших скричеров, пока вас не было. Не трожь Реводактиля! Честно говоря, никто в мире не может их починить. Не может быть. Кроме меня. Это ты! Вы его знаете? Это от него мы скрывались, когда вас встретили. Здравствуйте, мое имя доктор Ротис. Я ученый, и на данный момент именно я ведущий специалист по... скричером. Ты что, смеешься? Ха-ха-ха!
Ты ставил на нас разные эксперименты и пытался превратить нас в монстров. Что-что? Давайте перейдем к делу. Я прошу вас отдать мне Джейхока и Ревадактиля. Нет, ни за что. Эти скричеры будут бесполезны, если останутся. Только я смогу дать им шанс состязаться, как они могли раньше. Не слушайте его! Не волнуйтесь, я не оставлю вас с пустыми руками. Если отдадите мне их, я вручу вам эти скричер-диски. Диски улучшения? Верно. А именно диски улучшения Тирекера и Rattlecat. Вы хотите пройти на следующий этап скричер-турнира, так ведь? Вам это не удастся без дисков улучшения. Ты не можешь нас ими подкупить. Ты сам их у нас и украл. Оксандр! Отличная сделка! Вы не только спасете Джейхока и Ревадактиля, но и получите диски улучшения. Но это означает, что нам придется расстаться с Джейхоком и Ревадактилем. Нет, я не желаю отдавать Ревадактиля. Я тоже. Не обязательно решать сейчас. Обдумайте мои слова и решите, что будет лучше для Джейхока и Ревадактиля. И больше не возвращайся! И битва закончена! Он победил противника всего за минуту! Сейда чемпион! Вот это победа! Сейда снова победил! Он победил за 10 секунд, а остальное время забавлялся. Вот это круто, да уж. Сейда? Верно. Он непобедим. Он легенда. И мой герой. Я не говорил? Смотри, он подписал мой скричер-диск. Конечно, я помню. Просто... Джейхок, прости меня. Я не справился. Эй, дружище, в чем дело? Все хорошо. А где Rattlecat и Тирекер? Они только что были здесь. Как же так? Думаешь, мы сможем их вернуть? У нас нет другого выбора. Так, вот план. Ты отвлекаешь охрану, а как только доктор Одис выйдет, я... Что это было? И что ты сделаешь? Пусти нас. Эти скричер-диски вообще-то наши. Ну нет, ни за что. Воровать неправильно, как бы там ни было. Прости меня. Ксандер, беда! Джейхок пропал! Пропал? Джейхок! Отзовись! Он слишком сильно поврежден, чтобы ездить тут в одиночку. Это этаж для первоклассных гонщиков. У тебя есть пропуск? Нет, пропуска нет. Извини, тогда сюда нельзя. Но я... Пропустите его. Он со мной. Сейда! О, простите. Мистер Сейда, я тут, я ведь... Нет времени. Идем со мной. До следующего матча остался час. Заходи. Твой друг тебя дожидается. Джейхок! Ксандер. Я так волновался. Прости, ко мне вернулись воспоминания. Ты что-то вспомнил? Да, по какой-то причине Сейда появляется в моих снах. Словно я его знаю. Мы знакомы, Сейда? Ты, наконец, вспомнил, старый друг. Ксандер. Да? Джейхок когда-то был моим скритчером. Что? Это правда? Угу, послушай меня. Дикие скритчеры — это не просто игра. Под прикрытием матча ведется война света и тьмы, начавшаяся с рождения нашей вселенной. На чьей стороне, Джейхок? На стороне света. Но он получил серьезную рану и впал в спящий режим. Дело в том, что Джейхоку нужен настоящий напарник, который помог бы ему сражаться в полную силу. Настоящий напарник. Верно. И этот напарник ты, Ксандер. Что?
Когда я тебя встретил, я сразу понял, что ты идеально подходишь Джейхоку. Только ты можешь помочь ему развить свой потенциал. Только я? Да, поэтому я и дал тебе тот скричер-диск. О, вот как. И поэтому, когда Джейхок очнулся, он направился к тебе. Ксандер, это была не случайность. Но я не могу просто стоять в стороне. Не теперь, когда я знаю о войне света и тьмы. Когда придет время, ты поймешь, что нужно делать. Но сначала ты должен попасть на скричер-чемпионат. Почему? Кто-то использует турниры, чтобы собрать скричер-диски. В дисках заключена вечная сила. И не в тех руках она поставит под угрозу весь мир. О! Чтобы это предотвратить, вы должны побеждать и дальше. Ксандер, ну где же ты? Наш матч скоро начнется! Ринго! Да? Я согласен! С чем? Ты можешь обменять меня на диски улучшения! А? Что ты говоришь? Я ни за что так не поступлю! Прости меня, Ксандер. За что? Если бы не я, тебя бы это не беспокоило. Не говори так. Если бы не ты, я бы никогда сюда не попал. О. Спасибо тебе за то, что ты был моим скричером, Джейхок. Оксандер. Леди и джентльмены, спасибо за ваше терпение. Скричер-турнир вот-вот начнется. В первом матче сражаются братья-гонщики Ксандер и Ринго. Команда, которая никогда не вкушала сладкого вкуса победы, это Влад и Тамала! Эй, мы прекрасно знаем сладкий вкус победы! Да это наглая ложь! Подождите, мне нужно подправить макияж перед началом матча. Какая из этих команд станет победителем? Скоро мы узнаем, ведь матч вот-вот начнется! Ты не шутишь? Мы должны это сделать ради Ксандера и Ринго! Ты уверен? Да, я уверен. Что ж, тогда я с тобой. И битва начинается! Дикие скричеры! Дикие скричеры! Дикие скричеры! Дикие скричеры! Все четыре скричера мчатся по арене на полной скорости. Их задача преодолеть опасные препятствия и трансформироваться первыми. Это просто лампы. Думаю, они нам не помешают. Именно! Похоже, что в руках у Влада и Тамалы... Диски трансформации второго уровня! Удача на их стороне! Да, я понял. Это им не поможет. Мы все равно победим. Трансформируемся! Диски второго уровня! Так. Ну нет! Братья-гонщики сумели сбить скричер-диски противника своими дисками. О-о-о! Теперь никто не сможет трансформироваться. Как же это так? Ха! Получилось, Ксандер! Итак, Рэтлкэт, Тирекер, не позволяйте им достать скричер-диск. Я знал, что вы придете, Джейхок, Риводактиль. Ну все, с меня хватит! Стинг-джек! Кувырок! Трансформация! Стинг-джек! Нет! Кувырок! Трансформация! Найт-вивер!
Нет, это очень плохо. Наша очередь. Кувырок! Трансформация! Сирене! Кувырок! Трансформация! Да, эти диски второго уровня просто чудо! А теперь покажем этим новичкам! Ты говорил правду? Ты отдашь нам диски улучшения? Конечно же, они будут ваши. Но не думайте, что сможете с ними сбежать. Ха! Мы до этого не опустимся! Именно! Значит, договорились. А ну не с места, Одис! Это ты! Это потрясающе! Просто потрясающе! Сегодня на арене мы увидели новую сторону Влада и Тамалы! Победа, о которой они мечтали долгие годы, наконец в их руках! Влад, поздравляю тебя с первой победой, напарник! Тирекер! Рэтлкэт! Ксандер! Ринго! Ловите! Сейда! Смотри! Это диски улучшения! Что? Теперь наши скричеры смогут использовать сверхспособности. Откуда они? Сосредоточьтесь на битве! Превращайтесь в машинки, скорее! Готов, Ринго? Да! Вперед! Кувырок! Трансформация! Кувырок! Трансформация! Наносит ответный удар, используя диски улучшения. Победили братья-гонщики Ксандер и Ринго! О, не может этого быть! Оставалось совсем немного! Хочу к мамочке! Ринго! Ксандер! А? Джей-Хок! Риводактиль! Как вы здесь очутились? Мы думали, что вы у доктора Одиса. Они там были. Я обменял их на скричер-диски. Но как у вас оказались диски улучшения? Сейда отдал доктору Одису взамен диски посильнее. Оказывается, скричер-диски шестого уровня гораздо ценнее нас. Скричер-диски шестого уровня? Ты и правда отдал такие мощные диски, чтобы нам помочь? Вы гораздо важнее этих дисков, поверьте. Уверен, вы скоро отыграете эти диски обратно, верно ведь? Конечно, отыграете. Да, конечно! Сейда, спасибо. Это же мы победили. Поблагодарите нас тоже.
Простите нас, мы чуть не забыли, что вы там. Ну, вы же вспомнили. Лучше поздно, чем никогда. Да, точно.